Наші діти приходять до нас як щастя, як випробування, як нагорода. Але навіть любляче материнське серце без сили втримати свою дитину від вживання наркотиків. Що робити, якщо ця біда торкнулася вашої родини? В ефірі програма «Хто допоможе матері наркомана?». Дорогі слухачі, ми вітаємо вас. Мене звуть Валерія. Я нагадую, що якщо у вас виникнуть запитання протягом прямого ефіру, ви можете задати їх, зателефонувавши за номером 270-0305. Я хочу сказати, що сьогодні ми почуємо незвичайну історію. У нас в гостях молоді люди. Це брат Марина і Ярослав Погосяни. Вітаємо вас. Слава Богу, дуже радий вас вітати на радіо Еммануїл. Я теж рада. Можу розказати. Для мене є історія, тому що Марину, Ярослава я знаю особисто з дитинства. І щодо них я хочу сказати, знаєте, є такий вислів, що дорослість, вона визначається не за кількістю прожитих років, а за характером пережитого. Я можу сказати, що Марині і Ярославу у своєму дитинстві довелось багато чого пережити, пройти через багато труднощів. І що відчуває дитина, якої батьки знаходяться у залежності? Що їй доводиться пережити? Як вона виживає у складних ситуаціях, які спіткають її? Сьогодні ми про це все дізнаємося. Отже, Марина, Ярославе, ваша мама, вона була залежна від наркотиків, так? Да, так. Вона була залежна ще до вашого народження, чи вже... Ну, що касательно мене, я старший брат, я старший своєї сестри буквально на 5 лет. Ну, я в очень раннім возрасті, моя мама начала употребляти наркотики. Мені, наверное, года 3 було. Я конкретно этого не помню, но это было ужасно. Уже моя сестра, ну, она родилась, когда мать употребляла наркотик, уже когда была, ну, так называемой системе наркотической. Тобто вона була уже в так періодично вживала, а це була система. Да, да, це було так. Взагалі можете охарактеризувати своє дитинство, як воно проходило, що ви пам'ятаєте? Ну, я начну, Марина добавить зі своєї сторони. Лично я помню моменти дитинства, ну, дитинство було ярким, буквально немного. Помню ігрушки, у мене було дуже багато ігрушок. Потім як-то це все почало пропадати. Я почав бачити маму в нетрезвом состоянии каких-то людей непонятных. Какое-то дома происходило движение такое. Ну, родные дома ссорились, бабушка была недовольна то, что, ну, происходило дома. Самое такое запомнилось, это куча у тебя дома, много людей в нетрезвом состоянии, все они под наркотическим влиянием. Начали, прошло время, милиция приезжала домой. Это я помню, видел, как ставили всех их возле стенки. Я в лет, наверное, 6-7, я уже знал, как готовится наркотик. Я это видел, как это происходит каждый день. Было так, что... Я даже однажды этот наркотик сам самостоятельно сделал, маме утром принес. То есть это все было очень ужасно. Моя мама уходила часто ночами, оставляла нас вдвоем с сестрой дома. Мы очень боялись. Мы уходили ночью к бабушке. Бабушка жила. Мы шли к ней, ночевали. Но это было очень ужасно. Скажи, ты сказал, что ты сам готовил наркотики. Бог не спробовал их? Нет, слава Богу, Бог меня помиловал, вот так, ну, в моей жизни, я благодарен ему за это. Слава Богу. Что ты со своей стороны додашь, Марина? Ну, когда я родилась, то есть, когда мама родила меня, то у меня были, ну, как бы, ключицы переломанные, и, то есть я очень долго лежала в больнице, и когда мы приехали, то есть мама... Это меня... сейчас пологив, так? Да, да. И когда мы приехали, мама положила меня на кровать и ушла. И в этот момент я упала с кровати, так, ну, как бы под кровать закатилась, и мама приходит, а меня нету. И, ну, что я как бы маленький ребенок, я сказала «ма», ну, как бы заплакала, и тогда она меня подняла с кровати. Это, ну, как бы для меня... ну... началось первое детство как бы в этом доме. Но когда я начала подрастать, то я почти, ну, как бы, я не помню, чтобы мама всегда, ну, была со мной, и в основном с бабушкой оставалась, потому что
Не, ну я такого не помню, чтобы мама всегда меня подошла, обняла. То есть таких воспоминаний о детстве хороших нету. А, в основном с бабушкой оставалась. И то бабушка постоянно куда-то уходила. И мне часто приходилось одной быть дома. И мама меня всегда спать уложила и, ну, уходила. И помню один момент, когда я проснулась, мамы нету, и дверь закрыта, и думаю, что мне делать? И стояла так палка, я взяла, разбила окно, то есть у меня все в крови, и я убежала к бабушке. То есть такие моменты, ну, просто хотелось кушать, никого дома не было, и я такие вещи делала. Убегала просто. Ну, бабушка всегда говорила, мама твоя плохая, мама твоя такая, сякая. Но я знала, ну, что мама меня любит, хотя, ну, как бы, когда она всегда уходила, даже при бабушке, бабушку оставляла, мне так руку давала, чтобы я за бабушку держалась. Я всегда плакала, ну, за штаны ее так дергала, говорю, мама, не отпускай. Для меня это было, не знаю, ну, я не знаю, такое чувство, как будто мама уйдет и больше. То есть я не знала, что ожидать, она вернется или не вернется. Но ее могло быть неделями, месяцами не быть. Ну, как-то так жизнь продолжалась. Але, не дивлячись на це, ну, по твоїм словам, можна зрозуміти, що ти все одно любила маму. Да, я дуже любила маму, я завжди була і рада, хоча вона мені, ну, як би, там ігрушок такого, я не пам'ятаю нічого. Ярославе, а в твоєму серці чи була образа на маму за таку поведінку? Ну, так, чтобы я внутренне я это понимал, вроде нет. Но она на протяжении вот многих лет, я вот делаю анализ той жизни, ну где-то глубоко внутри. То есть у меня уже не было долгое время с мамой отношений, ну, очень близких. Я понимал, мама, ну, я ее любил, я ее слушался. Ну, вот после того, как Бог поменял жизнь ее, я ее слушался, ну, никогда после того не было близких отношений, чтобы я так, ну, пришел, открыл ей сердце как-то. Ну, были отношения, но уже не те. Я вот, ну, вот, ну, еще могу добавить того, что нам с Мариной, то, что Марина говорит, нам приходилось выживать. То есть бабушка у нас работала в магазине, мама уходила, порой мы были предоставлены себе. Мы как-то выживали. Я ходил, брал Марину, ходил, собирал шкарабаночки какие-то. И мы, у нас по соседству металлоприем был. И мы сдавали, что-то себе покупали. То есть, ну, вот, ну, очень рано мы лишились детства. Это было... Скажите, вы выросли в такой обстановке, где завжди варили наркотики, где завжди были сборища людей, которые были в нетверезому стані. Ви розуміли, що це ненормально, що це проблема якась у вашій сім'ї? Що ви думали, що так всі живуть? Ну, звісно, розумів. Я бачив інших людей, я бачив інші сім'ї, я в школу в це час ходив. Мені завжди було, коли мене на вулиці обіжали, я приходив додому жалуватися, а мені говорили, постой, я намного менше був. Ну, такі неприємні сліди залишались в серці. Я розумів, що так не повинно бути. Мені це не нравилось. Тобто ви відчували різницю між собою та іншими дітьми? Ну, я, чесно, ну, как бы, Ярик ходив в школу, тобто він бачив інші сім'ї, а я, мені казалось, що, ну, как бы, ми постійно, мама мене брала в такі ж сім'ї, як і ми. Тобто я це все бачила, тобто, і мені казалось, що всі такі, тобто, мені казалось, ну, я не бачила просто інших сім'ї, там, де всі улыбались, радувались, тобто мені казалось, що всі такі, як ми. Тобто ти сприймала це як нормальне? Ну да, как-то так. Ну а ти, Марина, як дівчинка, тобі ніколи не вистачало там якихось, може, дотиків таких з любові від мами? Чи ти також не відчувала цьому нужду? Ну, тобто я пам'ятаю, ну, как бы, очень так смутно пам'ятаю, коли мама, ну, как бы, вона мене, ну, когда она колется, она меня брала просто и плакала. Говорит, Марина, я тебя люблю, но я ничего с собой сделать не могу. И то есть в этот момент мне как бы... Я понимала, что реально меня мама любит, то есть и я все это как бы, что мама оставляет. То есть сразу... то есть закрывала глаза на все это. То есть мама для меня это все было. Ну, и когда приехали... ну, мама...
приехали, сказали, что они меня, ну, как бы заберут к маме. Я очень была рада, то есть я, ну, собралась. И когда меня, то есть мы приехали, такой большой дом стоит, и типа говорят, ну, у тебя тут будут игрушки, все. И как бы я радость, ну, радовалась, а говорю, а где моя мама? Она говорит, мама твоя скоро придет. И так, ну, как бы, я увидела много деток, там все, как бы радостно. И потом я спрашиваю, а где моя мама? И мне говорят, ну, мамы тут нету. И так меня привезли в интернат, то есть как бы всегда надежду давали, что мама придет, но мамы никогда не было. И то есть я уже тогда понимала, что, ну, то есть я уже не верила словам. Скільки тобі було років, коли ти опинилася в інтернеті? Приблизно. Наверно, літ 4, да? Десь так. Да, літ 4. Скільки ти там знаходилася? Літ теж 3-4, отак где-то. І увесь цей час ти не бачила маму? Вона не приходила? Такой случай был, ну, как бы к нам верующие приезжали и говорили, что если мы будем молиться, то есть Бог услышит мою молитву, мама приедет. И в один раз, когда уже все дети повстали, говорю, Боже, ну, то есть, если ты есть, я слышу, что пусть мама приедет. И я не знаю, сколько времени прошло, и приезжает мама. То есть для меня это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Она меня обняла, сказала, что она меня любит. То есть для меня это было очень, ну, как бы... радостно. И мама тогда мне рассказала, что она стала верующей, что наша жизнь изменится, если мы будем молиться, что она сейчас в центре, что у нее все хорошо, что она скоро заберет нас, что все молятся за меня, за Ярика. То есть мама приехала, то есть я дождалась. Это была відповідь на твою молитву, и ты зрозуміла, що Бог реальний, так? Да. Ярослава, що з тобою було, де ти був, коли Марина була в інтернаті? Меня тоже забрали в интернат, у нас в разные интернаты. Она еще в школу не ходила, там был интернат для детей более раннего возраста, а меня забрали в другой интернат, и это время все мы не виделись, мы больше года, наверное, я ее просто не видел. Я рос в другом интернате, абсолютно один, и я уже более старший был, я в классе втором туда был, и уже было сложно. В интернате ты сам остался, нету родных, ни поддержки, никого. Я убегал с интерната, как-то, ну, тяжелое для меня это время было. Какие твои переживания были внутри? Я, наверное, был сам. То есть я вот полностью не помню, но помню я то, когда даже мама приходила ко мне в интернат, даже в наркотическом состоянии. Я помню это, когда она приходила ко мне, но было так, ну, проходило время, и однажды мама пришла совсем другим человеком. Совсем другим человеком. Мне это очень, очень понравилось. Скільки болю знаходиться у серці дитини, яка росте у сім'ї, де батьки є залежними, і хто, як не Бог, може втішити нас, може дати нам надію. Марина, вона помолилася і отримала відповідь на свою молитву. Саме про це зараз буде пісня, яку ми прослухаємо. На запитання, хто допоможе матері наркоманці, відповідь лише одна – Бог. Матері, не здавайтеся, боріться. Свобода та спасіння обов'язково прийдуть до вашого дому. Поддержать Светлое Радио теперь можно через терминал Приватбанка. Выберите на мониторе «Оплата других услуг». В строке поиска наберите «Благотворительный фонд Светлое Радио» и введите фамилию, имя, отчество, плательщика и сумму платежа. Спасибо всем нашим друзьям и партнерам. Пусть Бог благословит вас. Ми вдячні нашим матерям за те, що вони вчасно звернулися до Бога у своїх молитвах і врятували нас від смерті. Молитва матері – найсильніша молитва у світі. В ефірі програма «Хто допоможе матері наркомана?». Вітаємо усіх, хто, можливо, щойно підключився до нас. І я нагадую, що сьогодні у нас в гостях брат і сестра Ярослав та Марина Погосяни.
історія їх життя. Вони проживали в сім'ї, де мама була залежна від наркотиків. Вони дуже страждали від цього. В кінці кінців вони обидва опинилися в інтернаті без материнського догляду, без материнської уваги, без виховання, там виживати. Але одного разу Марина помолилася і побачила відповідь на свою молитву. Мама приїхала до неї зовсім інша. Що ж це була за мама? Що з нею сталося? Розкажи трошки детальніше. Ну, коли мама приїхала, во-первых, у неї лицо, вона улыбалась так, ну, как-то все по-другому. Тобто, обычно, ну, я не помню, щоб мама так улыбалась, как-то радовалась. То мама плачет, у неї сльоз. И я сама не выдержала, начала плакать. Ну, то есть для меня это было самым радостным днём. Я, наверное, никогда в жизни этого не забуду, когда мама приехала. Ну, а в этот момент, то есть уже оформляли документы, что меня заберут в Америку. То есть уже как бы только директор должна была подписать бумаги, и всё, меня как бы нету. И говорю, ну, мама, меня же типа другая мама там заберёт. А мама говорит, ну, который... знает, как лучше. Я говорю, мама, я не хочу к ней, типа, ты, ну, ты уже пришла, типа, забирай меня, и мы уходим домой. И то есть, я не знаю, мы, ну, куда мама в церковь ходила, они молились, ну, пастор наш молился с мамой. Совсем как бы по-другому это все. Директор не подписала эти документы, то есть, и мама начала, ну, как бы, восстанавливать родительские права, а до этого она нас забрала первый раз туда, там, где она, ну, в церкви была. В нас находится. Да, да, да. И когда мы приехали, она нас забрала. Ну, то есть. И когда я приехала, только первый раз, я зашла, смотрю, все подбегают, дети так обнимают, там, как будто их, ну, родная сестра, я не знаю, было странно. И спряталась за маму, говорю, мама, это кто такие? То есть я пришла, зашла, ну, как бы... Мне казалось, что меня все будут сейчас бить, там, толкать. И когда подошел у нас пастор со своей женой, такой, ну, подошли, мне подарок подарили. Я возле двери и стояла, плакала, чтобы мама пришла, меня забрала. Потому что у меня такое ощущение, что меня сейчас накажут или еще что-то сделают. То есть я увидела совсем другую жизнь, то есть мне понравилось, время шло. И, ну, мы молились, чтобы мама, ну, как бы, документы все восстановили. И тетя взяла опекунство на себя. И так, ну, как бы, и осталась я с мамой. Пришло время. Вы разом с Ярославом приехали до реабилитационного центра разом с мамой? Да, да, да. Что ты там побачив? Ну, я вообще увидел другой мир. То есть другие люди были, совсем другие, которые меня окружали, которые... не хотели меня обидеть, не хотели от меня, ну, чего-то взять. Ну, это было хорошее время. Мы потом поехали в деревню, там были в деревне. Ну, вообще новый мир. Вообще так было очень интересно. Самое, чего добавить хочу к Марине, что, ну, маме было нереально нас забрать с интерната. Она была полностью лишена родительских прав. Она стояла на наркоучете. Ну, тетя чудом согласилась оформить эти документы, взяла на себя опекунство и хотела нас забирать, ну, к себе. А де тітка до цього моменту була? Ви раніше згадували тільки про бабусю. Тетя, она жила немножко в другом конце города, и она к нам приезжала, она нас, ну, любила очень, она за нас переживала, она постоянно в интернаты к нам ездила. Ну, тетя была, и она оформила когда документы, она отдала нас маме. Она доверила маме, которая, ну, когда-то потеряла полностью всякое доверие. То есть я увидел, вот там я уже увидел совсем другую маму. Я видел, как, ну, она пережила что-то в жизни, она другим людям служила. Ну, когда-то она никому не служила, она только о себе заботилась. А это она начала служить другим людям, она была старшей в центре реабилитации. Ну и вот это самый яркий момент. Я там тоже встретил Бога, мне проповедовали. Ну, и моя жизнь абсолютно там начала меняться. Я оставил вредные привычки, которые, ну, уже до этого приобрел. Бог полностью звільнив ее від залежності. Да. И від цього змінилося ваше життя. На все 100%. Мы приобрели семью, она вышла замуж, родила братиков. У нас сейчас 10
в сім'ї. Ну, очень люблю. Ну, это все счастливая... хлопчики, Маринка одна. Да, это стала счастливая семья, за что я очень Богу благодарен, изменил нашу жизнь. Слава Богу, чем вы зараз занимаетесь, что работаете? Мы живем в селе, несем миссионерское служение. У нас отец пресвитер церкви, мы создаем там церковь, и тюремное служение, детские служения. Все, во всем этом принимаем активное участие. И очень благодарны за то, что Бог нам это доверил, дал такую возможность быть, ну, делателями на Его ниве. Слава Богу, дякую вам, Марина, Ярослав, за вашу таку щиру історію з щирими відчуттями, переживаннями. І зараз місце, яке я хочу прочитати. Я дуже його люблю, і, можливо, я читала його на попередніх передачах, але ще раз зачитаю. «Те, що Бог власного сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас. Як же разом із ним не подарує нам усього?» Справді, Бог так любить нас, Він дарує нам усе. Він наповняє наше життя радістю, щастям. Він дарує нам усе, що нам потрібно для життя. І як цим не віддячити Йому? Тому я вас надихаю на те, що ніколи не втрачайте надії. Моліться за своїх рідних, близьких, які знаходяться у залежностях, які мають проблеми. І ви обов'язково отримаєте відповідь на свої молитви. Ми вдячні нашим матерям за те, що вони вчасно звернулися до Бога у своїх молитвах і врятували нас від смерті. Молитва матері – найсильніша молитва. В ефірі програма «Хто допоможе?»